Понизить давление. Есть два пути исправить неполадки со здоровьем. В данном случае понизить давление у гипертоника в домашних условиях. Первый. Починить разрушенное здоровье с помощью таблеток. К сожалению, лекарства, которые для этого изобретены, имеют очень много побочных эффектов, а также противопоказаний. А если найдете лекарство, которое имеет мало побочных эффектов, то оно или слабо действует, или дорого стоит. Второй. Пусть организм сам себя починяет. Единственная проблема, как его заставить это сделать? Предлагаем вашему вниманию аппарат, который вырабатывает нервные импульсы, такие же, как в здоровой нервной клетке. Ваша нервная клетка настраивается на правильную работу и начинает сама вырабатывать правильные нервные импульсы. Все, лечение закончено. Дальше ваш организм действует самостоятельно. Ваша исправленная нервная система сама знает, что надо делать, если давление повышено, и понизит вам давление до нужного уровня. Не понадобится травить организм химией, а потом лечить почки и чистить печень. Итак, представляем вашему вниманию физиотерапевтический аппарат для снижения давления в домашних условиях – Diadens Cardio или Denos Cardio. Аппарат проверен в работе, имеет сертификат Минздрава России, широко применяется в лечебных учреждениях. Незаменим в домашних условиях, как семейный прибор для понижения давления. Если у вас давление повышено постоянно, то в результате курса лечения Diadens Cardio сможет понизить ваше давление на 30-40 мм ртутного столба. Аппарат применяется, чтобы понизить давление даже при неподдающейся лечению злокачественной гипертонии. Это когда давление повышено более 180 мм ртутного столба. Но в этом случае надо обязательно посоветоваться с врачом. Подробная инструкция, как понизить давление с помощью этого аппарата, находится на ссылке под видео. Подписывайтесь на канал Medical Advice, чтобы быть в курсе всех медицинских новостей.